Приветствую, коллеги, это аналитика валютных рынков и торговый идеи от компании Техмил, и с вами я, Артур Идиатуллин. Сегодня пятница, 21 мая, мы разбираем валютные рынки. Начинаем мы с американского доллара, точнее с индекса доллара. Не смог он задержаться выше 90 пунктов, перешел он на снижение после отскока вот здесь от нижней границы вот этого наклонного канала, который также по совместительству пересекался с вот этой горизонтальным уровнем. Это у нас февральский минимум, отскочил у нас доллар, получается, как раз-таки вот из этой области, вышел, забрался он выше 90 пунктов, но он там не удержался, снова перешел в снижение. В том числе это произошло на том, что американский фондовый рынок вчера рванул вверх на очень противоречивых обстоятельствах. Немалый вклад в это внесли вчерашние заявки на пособие по безработице в США. Я говорил вам о том, что нужно на них особое внимание сейчас заострить. Почему? Потому что очень противоречивые данные по рынку труда сейчас поступают в США. Мы помним, да, там в марте был плюс 1 миллион рабочих мест, потом тут же в апреле всего лишь плюс 250-260 тысяч. Вот такая вот волатильность, она как и чиновникам ФРС, так и рынку подсказывает, намекает, что дождитесь больше данных, прежде чем делать какие-то выводы. В связи с этим данные по рынку труда, в том числе заявки на пособие по безработице, они приобретают особо важное, можно сказать, даже критическое значение. В общем, вчера у нас рынок фондовый отскочил, появился оптимизм и доллар, лишившись фактора поддержки, он снова перешел, собственно, в снижение. Напомню, что у нас слабый доллар сейчас обусловлен тем, что в США у нас растет инфляция, и при этом Федеральная резервная система, она у нас усиленно скупает краткосрочные облигации правительства, вот эти трежерис, для того, чтобы держать ставку на низком уровне. Получается, что облигация краткосрочная, которая имеет низкий процент номинальный, и в то же время есть ожидание, что ускорится инфляция, такая облигация инвесторам не может быть интересна, потому что реальная доходность по ней очень маленькая. Инвесторы склонны искать доход где-то еще, за рубежом, в других каких-то бондах, и это все провоцирует отток из доллара, это все подавляет спрос, инвестиционный именно спрос на американскую валюту, поэтому мы видим, что у нас в целом, да, вот здесь, смотрите, даунтренд вот в долларе, да, и при этом, если у нас доллар укрепляется, вот, то вот только вот такими вот какими-то рывками, да, вот можно заметить. Они у нас как раз-таки происходят, ну, прежде всего, на каких-то таких отдельных событиях, там, ну, фондовый рынок скорректировался, там, в трежери с дальних что-то произошло вот отдельно, но вот даунтренд, он у нас как бы вот здесь есть. Вот, и мы, собственно, рассуждаем в рамках вот этого с вами даунтренда и говорим о том, что если он у нас есть, и он у нас обусловлен этими фундаментальными факторами, о которых я вам рассказываю, то есть все основания ждать, что он продолжится, если, конечно, что-то вот не всплывет такое экстраординарное. На мой взгляд, следующая остановка по индексу – это вот этот уровень, это у нас уровень с января, получается, 2021 года, уровень 89.25. Произойдет это, на мой взгляд, по вот такому сценарию. Мы сначала пробьемся ниже, отскочим, причем не полностью отскочим, так же, как и вот здесь. И дальше уже стукнемся сюда. Отсюда можно ожидать, ну, какую-то реакцию. Пока что вот, как бы, на следующей неделе, на мой взгляд, сценарий вот такой вот. Сказал я уже, да, то, что у нас в краткосроке доллар оказался снова под давлением, что у нас скорректировались рынки, да, это мы с вами, собственно, обсудили. Фондовые рынки у нас очень хорошо вчера выросли. Рассмотрим с вами ситуацию по фьючерсам на американский индекс, на индекс S&P 500. В общем, напомню, что у нас вчера вот это все было прям вот красное, все шло в снижение, азиатские, европейские рынки, американские. Ну, обычно вот такое вот отсутствие какого-то даже минимального оптимизма говорит о том, что, ну, скорее всего, ну, будет движение вниз, так как тяжело вверх прорываться. Но прорвались все-таки вверх, вот здесь мы обрубили, получается,
вот это снижение, которое было, которое возникло после вот этой коррекции, да, и было такое представление, что мы дальше продолжаем идти вниз, но мы прервали, получается, вот эту вниз коррекцию. И чтобы говорить о том, что все-таки мы снова переходим в рост, на мой взгляд, мы должны вот здесь, вот этот барьер мы пройти, вот этот горизонтальный уровень, об который вот здесь мы стукались, получается, вот недавно. Если мы его прошиваем сегодня, вверх уходим, то дальше открывается уже следующий вот этот горизонтальный уровень. Мы уже все, как бы переходим к росту, да, целимся на повторно вот этот максимум. Но пока мы видим, окончательно говорить о том, что мы переходим к покупкам, ну, я думаю, разумно после того, как мы закрепляемся выше этого уровня. Да, мы его проходим, и затем уже целимся на более высокие какие-то цели. И при этом это также как бы оправдывает дальнейшее снижение доллара. У нас растет фондовый рынок, растет спрос на риск, снижается при этом спрос на американскую валюту, ну, вот в рамках вот такой их естественной зависимости. Вот, поэтому если это идет вверх, то по доллару это дополнительный фактор, как бы шортить доллара в паре с евро, с фунтом. Европейская и британская валюта у нас чувствуют все очень хорошо. Сегодня ряд данных вышел. Я хотел бы привлечь ваше внимание к этим данным. По британской экономике и по европейской следует особо отметить розничные продажи в Великобритании, которые, ну, существенно перевалили за прогноз, выше оказались прогнозы. Розничные продажи, месячные изменения в апреле вообще в 2 раза выше оказалось. В общем, очень сильными темпами сейчас восстанавливается британская экономика после того, как начали они снимать ограничения, даже сильнее, чем в еврозоне это происходит. Ну, в принципе, да, у нас Британия, у нее экономическое устройство, она в целом как бы сильнее ЕС, потому что там нет вот таких вот периферий, центральных регионов, как ЕС, там более-менее как бы экономика равномерно растет. В ЕС там есть вот центральные экономики, да, локомотивы роста, есть периферии, наоборот, которые наоборот тянет назад, поэтому там вот, ну, тяжелее расти, потому что тут вроде бы в одном месте хорошо растет, в другой части не очень, наоборот, вниз тянет. Вообще, поэтому мы видим опережающие темпы роста в Британии, которые заметно отличаются от европейских. Но, тем не менее, сегодня появились данные по ряд данных. Это индексы производственной активности по Франции, по Германии, в целом по еврозоне. Вот можно видеть, что они, ну, практически все оправдали прогноз, вот кроме Германии, но тут вот, ну, незначительное отклонение вниз от прогноза. Все это говорит нам о том, что европейская экономика продолжает у нас восстанавливаться, так как там снимают ограничения, восстанавливается как и производственный сектор, так и сфера услуг. Это все происходит, потому что снимаются ограничения. И я напомню, что как раз-таки вот такие вот данные, они сейчас позволяют пересмотреть риски, связанные с экономикой по Европе. Ниже риски, выше привлекательность активов. Выше привлекательность активов, больше внимания инвесторов, в том числе иностранных инвесторов. Это все рост инвестиционного спроса на валюту. Получается, у нас выше курс евро. Но, по крайней мере, вот такая вот цепочка рассуждений, мне кажется, разумной. Вот эти данные интерпретировать именно нужно так. Если есть сильные данные, значит, локальные активы вот в ЕС, да, которые считали, что они как бы по ним будут слабая доходность, выше риски. Хорошие данные позволяют все это пересмотреть в лучшую сторону. Затем, да, мы уже обсудили с вами британские данные. В общем, на мой взгляд, вот с ослаблением доллара, который намечается, оно будет особо выражено как раз-таки по европейской валюте и по британской валюте. Но мы в целом с вами обсуждали там картину, которая у нас есть. Давайте посмотрим с вами дневной график. У нас, смотрите, в общем, есть вот такой вот тренд, который у нас тянется, получается, ну, сначала вот примерно, да, вот скажем, с мая, да, вот этого года возник этот тренд на укрепление европейской валюты против доллара. И смотрите, вот в рамках этого тренда мы двигаемся. И сейчас можно видеть, что, находясь здесь, мы даже не перевалили за середину линии этого тренда. Поэтому перспективы роста, конечно, у европейской валюты еще есть. Если мы говорим о том, что еще потестировать границы выше, да, которые находятся, вот верхнюю границу диапазона, да, получается, если мы берем.
Если ее хотя бы протестировать, то это уровни, конечно, где-то вот 1.25 вот в том регионе. А так мы находимся вот в рамках вот этого глобального тренда, который тянется на укрепление евро. Мы находимся сейчас в нижней части, вот можно видеть. И вот эта срединная линия, она нам говорит о том, что, ну, по крайней мере, да, там будет тест выше. То же самое у нас наблюдается по британской валюте, то же самое практически. У нас тоже есть этот тренд на укрепление. И мы также ниже получается сейчас этой срединной линии. На мой взгляд, будет тест на следующей неделе вот этого максимума вот этого года. Это у нас 1.4241, кажется, 1.4240. Ну и затем максимум 2018 года, это вот он у нас отсюда тянется, получается, 2018 года. Это уровень 1.4380. Все, мы мыслим в рамках вот этого положительного тренда. Давайте, ну, рассчитывать на то, что у нас по индексу доллара дальше будет какая-то картина вниз на следующей неделе, и это вот позволит реализовываться вот этого сценария по основным оппонентам доллара, вот то, что мы сейчас с вами обсудили. На этом у меня все, я завершаю свой обзор. Если остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео, мы с вами это обязательно обсудим. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если вы хотите увидеть новые выпуски данной аналитики. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте профит.